Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупки в Валберес сезона Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочки Валберес и Озон. Кстати, девчонки, кто не знал, на Валберес сейчас, ну, по крайней мере, у нас вот такие пакеты дают бесплатно. Поехали. Это у нас ВБ, это крем-лапочка, лапочка-крем эмолент от сухости. И вообще он работает как эмолент, могу сказать точно. Гипоаллергенный, очень классный. А, девчонки даже, знаю, берут его для себя, личикой мажут, 0+, для сухой чувствительной кожи. Очень хорошо убирает сухость, аллергические какие-то проявления великолепные. Часто беру его Крис, сейчас он у них упаковка выглядит вот так. Перевыпуск приходит запайный. Кому интересно, у кого дети, аллергики, атопики, я вам составчик показываю. Можете нажать на паузу и почитать подробно. Дальше тоже в Валберес заказывали 6 пар. Одни так и не приехали, кстати. Вот таких тапок, именно черных. Потому что летом каждый день стирать белые тапки я не хочу. У нас много белой обуви, но должна быть и черная. Особенно, когда вот есть только дождь пройдет. Вот только в таких выпущу. Обычные черные тапки из 6 пришедших пар вы выбрали именно вот такие. Ксюшка сказала, они самые удобные. Есть маленький запасик, но обязательно условие, чтобы была вот здесь резинка, чтобы ребенку было удобно надевать. Все тапки взяли, кстати, уже 37 размер, но запасик есть. А, все тапки в районе 600-700 рублей я заказывала, вот чисто прям черный. И вот эти вот понравились больше всего. Сказала, удобно. Так, дальше у нас с вами Озон. А, попала на акцию по 100 рублей футболки. По 100 рублей целых 3 заказала. Думаю, выберем. А, размерный ряд был представлен не сильно большой. 54, 56, 52, по-моему, 50 и 46. Я заказала 46, 50 и 56, по-моему. Прислали, короче говоря, 54 и 2 штуки 52. Они маломерят. Футболки по 100 рублей. Забрали все. Они все равно не стали церемониться. Забрали все. Это вот такие обычные белые футболочки, кстати, очень хорошо скроены за 100 рублей, 107 рублей или 104 рубля, в общем, одна обошлась, вот 56-й, 100% хлопок, смотрите, как обработана горловина, средней плотности такой хлопок, хлопок не просвечивает белье. Вот, и они длинные, они оверсайз, они длинные, хорошо, низ обработан, все, то есть сама по себе моделька длинная, сейчас они по 300 с чем-то рублей одна, я, получается, за 300 рублей триурвала. Но они маломерят, они однозначно маломерят, потому что Ксюшка вчера прям одно одела и гуляла в 52-й, то есть две у нас 52-го размера, одна 56-го, я себе взяла 56-го, Ксюшка себе оставила 52-го, она смотрится на ней овер, но она, знаете, еще какого кроя, она вот в плечиках свободна, а в попе, да, в бедрах получается, она немножко сужается, вот такой вот интересный крой, но все равно забрали, девчонки, за 100 рублей футболки дома таскать, гонять, она на улице вчера гоняла с леггинсами, ей получилось почти до колен, но смотрела все равно адекватно, я вам фоточки тут сбоку вставлю, как это на ней смотрится, да, а так футболки качество отлично, слушайте, за такие деньги даже за 300 рублей, ну, могу рекомендовать, у них там разные принты, но, по-моему, только вот эти белые по 300, остальные дороже, но бывает такое временное помутнение на маркетплейсах, я когда вижу что-то крайне дешевое, я всегда сбрасываю девчонкам сразу в Телеграм. Не знаю, успел кто или не успел тоже взять по 100, но я, в общем, хапанула. Чему несказанно рада. Ну, вот и на мне 56-й. В принципе, нормально, свободненько, неплохо, беленькая такая. Не знаю, буду ли таскать на улицу, дом точно потаскаю. Она практически скрывает попу, то есть они вот такие вот длинные. Плечко. Плечко. Вот про что говорила. Даже мне, видите, плечико великовато. То есть вот такой вот широкий плечевой пояс. И узкая в бедрах. То есть в бедрах мне в обтяжку. Ну, хлопок он, конечно, может растаскается, а вот вверху прям свободненько. Ну, такая, ничего, ничего, прикольно. Ребят, а вы тоже делаете покупки на маркетплейсах? На маркетплейсах совершается огромное количество сделок каждую секунду, потому что все и все и вся ушли в онлайн. Это очень удобно. Миллионы людей по всему миру совершают покупки и продажи на этих площадках. И ими управляют специалисты, которые знают, как зарабатывать на площадках и увеличивать продажи. Сейчас одним из наиболее востребованных направлений стала профессия менеджера маркетплейсов. А если вы заказываете на маркетплейсах, то почему бы не начать на этом зарабатывать? Создавать карточки товаров, продвигать их магазины, получать доход за ведение магазина на маркетплейсе точно получится и у вас. Это отличная возможность уделять больше времени себе, перестать нервничать из-за своей работы в найме и выйти на новый уровень доходов. Плюс работать можно из любой точки мира. Это позволяет переехать в тот город, который действительно нравится для жизни.
Самое главное преимущество этого направления в том, что она сейчас супер востребована. Найти несколько магазинов для постоянного сотрудничества не составит никакого труда, и можно работать удаленно. Во-первых, это облегчает семейный быт, то есть вы можете постоянно находиться рядом со своей семьей, уделять им внимание и заботу, и в то же время получать доход. Гибкий график дает возможность самостоятельно распределить время так, как вам удобно, между вашей профессиональной деятельностью и ведением домашних дел. Можно работать в любое удобное для вас время, что облегчает баланс между профессиональной жизнью и семейной. Вы экономите время и деньги. Такая профессия позволяет избежать трат на дорогу до офиса туда и обратно, на организацию детского сада или няни. А на сэкономленное время и деньги вы можете качественно взаимодействовать со своим ребенком, с семьей или тратить на какие-то личные нужды. Плюс ты получаешь личное удовлетворение. Такая работа, она дает возможность каждому наслаждаться своей профессиональной деятельностью, наслаждаться каждым днем, карьерным ростом, какими-то достижениями. Плюс повышать свою самооценку и, конечно же, качество жизни. Это отличная возможность не возвращаться на прежнее место работы, если она не нравится, если она отнимает много времени вашего личного и сил, нервов и так далее. Вы всегда можете работать в кайф удаленно. Ну, конечно, не забываем про здоровье. Удаленная работа, она просто сводит до минимума риск различных заражений, допустим, в офисной среде, различными заболеваниями, вирусами и так далее. Ну, и, конечно, бережет вашу нервную систему, от нее вообще зависит здоровье нашего организма в целом. И поэтому я очень хочу вам посоветовать поучаствовать в бесплатном интенсиве от онлайн-школы продвижения. На нем ты узнаешь, как за 3 дня, не имея опыта работы, освоить навык менеджмента маркетплейсов, найти работу в этой сфере и выйти на 60 тысяч плюс рублей в месяц. Зарабатывай без технических знаний по простой пошаговой технологии. Занимайся ведением клиентов по отработанным навыкам и схемам. Уделяй всего лишь 2 часа свободного времени в день и получай стабильный ежемесячный удаленный доход. Это направление заработка подойдет каждому. Мамам в декрете, студентам, пенсионерам, наемным сотрудникам. При желании можно не увольняться с найма. И самая приятная новость для вас, для моих подписчиков, участие абсолютно бесплатно. Старт уже скоро, количество мест, как мы видим, ограничено. Для регистрации нам нужно всего лишь ввести электронную почту и номер телефона. Нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться бесплатно», забираем все бесплатные бонусы и наслаждаемся участием в бесплатном интенсиве. Бронируй свое место и регистрируйся по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Купочки Wildberries. И что же здесь у нас интересного? Давайте начнем с вот этой маленькой штучки. Здесь у нас гель-лак Foxy. Хамелеончик. Очень красивый, безумно красивый. И смотрится обалденно в зависимости от подложки. А гель-лаком Foxy я отношусь нормально. У них только белый и черный не очень. Не просыхают практически, а другие да. Вот так он выглядит, и в зависимости от освещения он играет то сиреневым, то таким вот, ну не знаю, не передать словами, даже хочу сейчас попробовать нанести на ноготь, на свой белый. Вообще очень круто смотрится на сиреневой подложке, очень круто смотрится на черной подложке. Вот в отзывах там прям есть, ну просто нереально. В белой базе тоже красиво, но почему-то вот вам камера не хочет передавать вот эту всю красоту, потому что я вижу и синий, и сиреневый, и зеленый, а камера почему-то не хочет. Алло, сконцентрируйся, покажи нам. Не, камера вообще вот не хочет засвечивать, и все. Интересная штука, которую я так и не смогла нормально упаковать обратно на пункте выдачи, потому что не поняла вообще этой системы. Это умная колонка Алиса мини. Все-таки соблазнился я на эту покупку, потому что Яндекс Плюс у нас и так подключен, то есть дополнительно платить нам не придется. А так Маруся вообще дешевле, но у нее, говорят, функционал хуже. Поэтому взяли Алису, нашли на Wildberries за 3700 с чем-то. Сразу вам цену скажу, потому что они везде разные. Дешевле всего на Озоне, на Яндекс.Маркете пока дороже. А так надо мониторить. Пришла, кстати, хорошо упакована. И вот пакетик там был, и пупырка. То есть, чтобы, не дай бог, что. Я открыла ее, взяла ментолового цвета. Вот такого специально девочкам под комнату. Это у нас подарок Крис на день рождения. Здесь у нас инструкция. Надо ее вот сейчас как-то сконнектить, и потом мы вам обязательно покажем, как она работает. Вот так она сама выглядит. Мини. Вот такие тут кнопочки. Работает она только от сети. Здесь у нас разъем, получается, Type-C, и в комплекте все есть.
Я прям на пункте выдачи вставила, в розеточку посмотрела, работает. Маруся с нами поздоровалась. Вот, что еще в комплекте? Все, по-моему, все. В общем, вещь прикольная. Девчонки давно просят и решили, что вот Крис такой подарочек на день рождения сделаем. Всегда можете настроить колонку самостоятельно в приложении «Дом с Алисой». После настройки возвращайтесь, поболтаем. Мы ее подключили, она с нами поздоровалась, рассказала, как ее настроить. Продолжаем. Скажи, Алиса, говори. Алиса. Включи белую березоньку. Березоньку включи. Борис Макроусов. Вокальный квартет «Улыбка». Белая березонька. Скажи, Алиса, включи мандаринку. Иди, скажи. Ну, в общем, прикольно. Разобрались. Тут подробная инструкция. Скажи, Алиса. Скажи, назови ее Алиса. Включаю академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова песни «Березонька». Скажи, Алиса, включи мандаринку. Мандаринку, тут я еще. Скажи, Алиса. Скажи, Алиса. Говори. Мандаринку. Говори, Алиса. Говори, включи мандаринку. Мандаринку. Включи мандаринку, песню. Включаю Ольга Бузова, «Дава», песня «Мандаринка». Нравится? Погромче. Нравится, Крис? Алиса, сделай погромче. Еще погромче сделай, пожалуйста. Алис, сделай погромче еще. Нравится, Крис, Алиса? В общем, мы разобрались. Инструкция есть, подключили ее к Wi-Fi, подключила к своему профилю Яндекс Про у меня. То есть у меня все подключено. Вот, вроде все нормально, все, подключились. Сценарии, скачала приложение «Дом с Алисой», там много разных сценариев. Вроде все быстро просто получилось. Нравится. Ну и на этом все, мои хорошие, все ссылочки, как всегда, в описании. Всех люблю, целую, всем пока-пока.